треска по-итальянски. Соль, черный перец, переправа для рыбы. Вот так. Вот так. Чеснок. Черри, китай горячий. Картошку. Оливки. Тимьян. Соль и перец. Оливковое масло. Готовим в духовке 30 минут. На 180 градусов. Ребята, с вашим позволением мы будем пробовать. Гаденьки, кусочек рыбы положу. Угу. Будем вместе попробовать. Ребята, получилось очень вкусно, честно скажу. Не скажешь, что это треска. Это какая-то шикарное блюдо.